Что у нас сегодня за число? 27 или 26? 27 сентября 14. Вот такие машины еще на ходу. Сколько ему лет, интересно? 87-го. 87-й, 2014-й, 14 и 13. Ёлки-палки. 27 лет. Ну, в плохих руках и за 2 года можно убить. Два года, да? Думаю, ну, не надо 2 года. И даже и не надо 2 года, да? А сами-то из Юрмалы, да, или откуда? Юрмала. А, Предайны. Так вам через мост надо ехать. И никто не останавливает, не спрашивает? Ясно все. О, какие звери. Надо будет еще номер телефона спросить. А по какому номеру телефона звонить, если надо машина? 288. А, ну это мой. Ну все равно, я не знаю. 288-55-164. 288-55-164. Да, Валера. Валера. Это интересно. Наверное, недорого, да, услуги? Но далеко не поедете. Так где-то, по месту, да? Да. А вот эти дрова сейчас на свалку, наверное, да? В принципе, там почти на свалку. Потому что тут, по-моему, и топить-то нечем. Гнилье сплошное. Еще возьмешь? Вот так-то. Автомобиль в аренду. Кто желает? Давай. Машина-зверь. Работает на любом топливе. Что хочешь, то наливай. Главное, чтобы завелась. А почему бы и нет? Далеко они, конечно, не поедут. Да ясное дело, что дешево. Все.